Аудитория учащиеся общеобразовательных школ со всего Подмосковья, воспитанники детских домов и воскресных школ. Тема настолько актуальная, что во Дворце спорта присутствует почти 3000 человек со всей Московской области. Такого количества не бывает иногда даже на международных соревнованиях, что очень приятно, вызывает интерес у молодого поколения православная культура. Урок, собравший многотысячный стадион, был посвящен истории Русской Православной Церкви в самый тяжелый для ее существования период – 20 век. Несмотря на репрессии, традиции, веры сейчас возрождаются. Однако, по словам митрополита Ювеналия, православному миру вновь брошен вызов. Именно сегодня на Украине предполагается обсуждение нового закона, который грозит огромными испытаниями для православных христиан в этой братской стране. Чем грозит народу, забывшему и поругавшему веру своих дедов, будущее? Именно на этот вопрос и предстояло ответить в ходе открытого урока. И город Видное не случайно выбран для его проведения, ведь на территории Ленинского района есть памятник того смутного времени. Здесь находится одна из святынь, в которых невинно убиенное большое количество новомучеников российских, в том числе и нашего родного Подмосковья, такое святое место, как Бутовский полигон. И буквально в прошлую субботу святейший патриарх Московский и всея Руси провел божественную литургию на полигоне в честь новомучеников всероссийских. Слово «урок» не совсем точно характеризует организованное мероприятие. Скорее, это театральное представление, в рамках которого была раскрыта заявленная тема. Среди актеров многочисленные творческие коллективы Ленинского района. Мы сейчас с вами увидели прекрасный пример урока, который показывает нам и глубину трагизма этого века, и всю глубину святости и величия, которое продемонстрировал наш великий русский народ. Это и с одной стороны революция, и с другой стороны подвиг тех, кто отстаивал церкви и оказался верен Христу и своей церкви русской. От того, как сегодняшние школьники усвоят этот урок, какие сделают выводы из тяжелого наследия, и зависит судьба государства. Ведь дети – это будущее страны. Илья Кремнев, Владимир Бежумов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.